Девочки, мальчики, всем большой привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина. Сегодня я хочу с вами поговорить на тему ухода, на тему зимнего ухода за лицом. Если вам интересно такого рода видео, конечно же, я вас приглашаю к просмотру. Начать хочу с того, что у меня кожа, в принципе, нормальная, склонная к сухости. Именно иногда она у меня склонная к жирности в некоторые определенные моменты, и у нее очень повышенная чувствительность. То есть, как-то так. Ну что, девчонки, еще она склонна к высыпанию акне. Начну, наверное, вообще у меня здесь очень много всего собралось, я вначале думала, что у меня будет буквально несколько бутылочек, а оказалось их очень много. Хочу начать с того, что у меня, сейчас я пододвину, начну я, наверное, с самого главного, это в первую очередь начинается, это очищение, ну или демакияж. Демакияж — это в те дни, когда у меня на лице есть макияж, что же я делаю? Я долгое время вам рассказывала, точнее весь 2016 год, тот свой уход, я рассказывала о том, что я всегда пользовалась мицеллярной водой от Garnier, и меня она всегда спасала. Но именно в эту зиму, именно в этот сезон, почему-то я вспомнила о том, что раньше я снимала свой макияж именно маслами в зимний период времени, и эти масла были абсолютно обычными, из холодильника, это было всегда оливковое масло, не рафинированное в большей степени, но вот в этом году у меня его не оказалось, и придя в магазин Fix Price, я буквально случайно, девочки, честно вам говорю, случайно, я наткнулась на то, что я нашла у них, увидела у них на прилавках обычное косметическое облепиховое масло. Оно выглядит вот так вот. Его здесь 200 мл, и стоило оно, я его купила за 50 рублей. Могу сказать, в принципе, обычное облепиховое масло фирмы Мирола. Почему я его взяла? Во-первых, потому что оно предназначено для того, чтобы его первая задача, одна из первых, это убирать ожоги, а также оно борется с углевой сыпью. Вообще косметическое облепиховое масло, оно богато очень большим спектром действий, как и любое другое масло, потому что это вытяжка из ягод облепихи, а облепиха, она повышает иммунитет, ну и, собственно говоря, у нее очень большой, там, скажем, клад таких каких-то витаминов и аминокислот, так скажем. И само по себе, ну, оно имеет такой рыжий цвет, облепиховое масло. Я делаю с ним просто. То есть до этого я всегда очень хотела купить себе, вот именно в этот сезон, я хотела купить себе гидрофильное масло, но оно дорогое. Оно реально дорогое гидрофильное масло. Если взять его хорошее гидрофильное масло, цена у него всегда такая, прям, знаете, кусающаяся. Но я не считаю нужным тратить огромные деньги за это, и поэтому я решила взять облепиховое масло. Делаю я это очень просто. Наливаю это на ладошки, стираю, распределяю по лицу, и просто макияж растворяется. Вот и все. Все, что мне от него нужно. Иногда, конечно, когда я могу с ним сделать массаж, но это очень редко, в большей степени я, конечно, его использую для того, чтобы он растворил мой макияж. После того, как я воспользовалась вот именно этим средством, у меня шло всегда для умывания, это вот это вот средство от Eva Aesthetic. Я вам о нем расскажу или уже рассказала в своих фаворитах. Не знаю, какое видео будет в начале этого видео или следующее, либо в фаворитах в уходе за собой за 2016 год. Ну так вот, вот это вот средство от Eva Mosaic, оно, в общем, у нас идет, это мусс для умывания, для сухой чувствительной кожи. Оно содержит масло облепихи, витамин А и Е. Мягкое очищение, удаление макияжа. Это просто, знаете, такой вспененный крем, который помещен сюда, и его нужно буквально, знаете, как бы, я не скажу, что прям с горошину, ну, такой с хорошую такую, как сказать, наверное, размер с чего. Ну, вот я брала как бобовое зернышко, допустим, вот этого средства, и когда у меня на лице было масло, я просто вот это вот средство распределяла по рукам и проходила именно вот этим вот муссом для умывания, а потом просто умывала лицо, и все. Вот и все, весь макияж уходил, не было никакого жжения, сухости, пленки, все замечательно смывало. Это средство мне хватило именно на те дни, когда у меня был макияж, мне его хватило, ну, наверное, на месяца два. И все, тут 100 мл, я думаю, то, что я его обязательно еще такое средство повторю. Оно мне очень сильно понравилось, то есть не было, правда, никакого ни жжения, ни сухости, ни пленки. И именно вот в дуэте вот с этим снимала макияж на ура. Мне вообще обошелся демакияж
с лица на эти 2 месяца всего за 250 рублей. И это очень, кстати, бюджетно на сегодняшний день. И мне понравилось то, что у меня на коже ничего такого не было. Никаких там, знаете, потом постакне, либо то, что у меня поры были какие-то плохо вычищенные. Замечательно с этим справился, то есть убирала макияж, не было никаких воспалений. В те дни, когда у меня не было макияж на лице, я просто находилась дома, либо мне не хотелось делать макияж, то есть такой шаг мне уже был не нужен, и у меня было уже немножечко, я по-другому делала. Я просто брала свой гель для умывания от фирмы Avène Clinance, это уже мой второй бутылек, который я купила в 2016 году. В общем, этот гель, он борется именно с проблемной кожей, он предназначен, точнее, для проблемной и жирной кожи. Для меня, для сухой кожи, склонной к сухости, для меня он, конечно же, на зимний период времени, он не подсушивает кожу. Но то, что как он очищает именно лицо, как он очищает поры, я ему это прощаю, потому что всегда после очищения я всегда наношу потом какой-либо крем, увлажняющий либо питательный. Могу сказать, что вот это средство, оно предотвращает появление прыщей не тем, что там какой-то, знаете, супер-пупер, там, я не знаю, что-то, какое-то вещество, которое, знаете, там нейтрализует все, что можно. Просто оно очень хорошо очищает поры. Его задача просто хорошо очистить, и он действительно очень хорошо очищает. И также вот в этой вот, в этом геле содержится их термальная вода фирмы Avène. Именно она, это косметика, она, ее основа — это термальная вода Avène. Мне очень нравится, и повторюсь это слово очень, потому что то, как оно пенится, так как оно очищает, и то, что после этого средства мне не хочется 48 средств каких-то брать, чтобы бороться с высыпаниями, я ему все прощаю за его стоимость и за его сухость, потому что цена у него идет, я повторюсь, свыше 1000, а сухость после него, после того, когда я им воспользуюсь, если не воспользоваться кремом, то, конечно, будет ай-яй-яй, то есть достаточно будет плачевно, простите, голос садится. Но если у вас жирная кожа, то для вас это очень будет хорошее средство, потому что оно будет убирать откожное сало, и вы будете себя чувствовать комфортно. Мне понравилось. И, конечно же, я забыла вам рассказать о том, что всегда в тот день, когда я просто умываюсь этим гельчиком, перед этим я всегда прохожусь вот этим вот мицеллярным лосьоном. И у меня всегда это получается так, что я прохожусь мицеллярным лосьоном по лицу, ватным диском. Конечно же, мою кирюху, его укладываю спать, а потом уже иду заниматься собой для того, чтобы просто освежить свою кожу перед умыванием. Мне очень нравится, как работает вот это вот средство, мицеллярная вода от Avène, но мне не нравится, как это средство работает на зону вокруг глаз. Очень щиплет, очень сушит, и поэтому только на лицо, не больше. Это их обычная мицеллярная вода, это не Клинанс, которая есть тоже вот в этой серии. Это обычная их мицеллярная вода, которая предназначена для очищения кожи от макияжа. Но мне нравится просто ей протирать лицо именно перед тем, как я буду умываться вот этой умывалкой. Неплохая мицеллярная вода, но хочу сказать то, что... Ну, дорого она стоит на самом деле, для 400 мл у нее тоже цена получается выше 1000. И, в принципе, мне кажется, она ничем, ну, термальная вода от Avène, она, конечно, получше, чем мицеллярная вода от Garnier, но, в принципе, можно и обойтись и мицеллярной водой от Garnier, если у вас не позволяет бюджет именно на эту серию. Но мне, в принципе, нравится вот это вот, ну, в принципе, косметика Avène мне нравится, и я решила для себя то, что, как бы, в принципе, если будет возможность, конечно же, можно взять вот эту вещь. Хорошая мицеллярка, но, повторюсь, она достаточно очень хорошо сушит кожу вокруг глаз. После этого, конечно же, у меня есть ступень. Либо я буду сразу же наносить свой увлажняющий питательный крем, либо я буду делать маски. Но иногда у меня бывают те дни, когда я хочу свою кожу либо сделать пилинг какой-то, да, проскрабировать, либо сделать масочки. Когда я хочу сделать пилинг, у меня всегда в зимний период, вы уже знаете, я не первый раз говорю о том, что у меня фаворитов в уходе зимой, это, конечно же, фруктовые кислоты от фирмы Кора. Это эксфолиант, это химический пилинг лица. И что он с собой подразумевает? Мы наносим эту маску на лицо, сидим, ну там ходим, бродим, либо сидим в ванной, никого не пугаем, 5 минут, и потом просто наша кожа потихонечку будет шелушиться, именно вот этот роговевший слой кожи, который не нужен, и у верхней, он будет сниматься, и потом будет кожа, как у младенца, такая персиковая, хорошая, да, и
Эта масочка это и делает. Мне это она нравится, мне это в ней нравится. То есть я ее нанесла, потом в течение недели, в течение 3 дней у меня образуются такие шелушинки, которые постепенно просто сходят. Они не критичное какое-то шелушение, а просто потихонечку такое минимальное шелушение лица, и все здорово, все хорошо. Эта маска замечательно борется с жирным блеском, с расширенными порами. Мне кажется, она борется с постакне, с какими-то первыми признаками старения. Кожа подтягивается, кожа начинает просто правильно работать. Это мое личное мнение, это уже вторая моя или третья упаковка, конечно же, ссылку на более подробный обзор этой масочки я оставлю под видео, чтобы долго на ней не зацикливаться, но это один из моих шагов, то, что я делаю. Но если, к примеру, я вот в один день сделала вот эту масочку, через дня два я буду делать вот эту вот масочку. Это маска отшелушивающая от фирмы Хисиак. В ней тоже присутствуют кислоты. Зима, осень и часть весны – это для меня неотъемлемый уход именно с кислотами. Это такой, знаете, это маска гамаш, и я ее использую больше как скраб, потому что там содержатся такие маленькие частички. Я просто наношу эту маску на лицо, на зону декольте, там что-то вот, ну, к примеру, шею декольте, и просто массирую буквально минут, секунд 30, а потом это просто все смываю. И тем самым в дуэте вот эти два средства работают очень замечательно. То есть кожа обновленная, и все шелушинок их нет. И замечательно впитывается крем, проникает намного глубже, чем он есть. Вообще, вот эта вот серия Хисиак, она предназначена для жирной и проблемной кожи. Но так как у меня кожа склонна к высыпаниям, я беру себе предпочтительно именно эту марку. Хотя у них есть очень много, если вы зайдете на официальный сайт, либо в какой-то интернет-магазин, где продается фирма Хисиак, вы увидите уйму там линеек и поймете то, и выберете для себя то, что вам нужно. А вот эта же именно маска отшелушивающая, она очищает, разглаживает кожный рельеф, матирует кожу лица, улучшает цвет лица, и она гипоаллергена. Подписываюсь под каждое слово. Кожа действительно матовая. Нет такого, то, что у вас будет потом очень сильно вырабатываться кожный жир постепенно. Она просто нормализует выработку себиома. Мне очень нравится. Данной масочки мне хватило ровно на год. И если у вас будет возможность, конечно же, попробуйте ее, если вы любите кислоты и не любите такие абразивные сильные частички в отшелушивании вашего лица. Так что вот так вот. Также у меня, конечно же, присутствуют такие дни, когда мне не хочется наносить кислоты. Я просто хочу просто побаловать, так скажем, свою кожу либо какими-то витаминками, либо какими-то маслами. Первое, которое я хочу вам показать, что мне очень сильно понравилось, познакомилась я с этой маркой не так давно, это фирма Планета Органик. Она вот так вот выглядит, с 5 норвежскими ягодами. Это, в общем, знаете, девчонки, это какая-то маска, которая вот лично для меня, для светлокожей кожи и девушки склонной, знаете, такому к румянцу естественному своему, ну вот я склонна к тому, чтобы в какой-то момент времени покраснеть, у меня это есть. Для меня это чисто вечерняя маска. Но если у вас тусклый цвет лица, вы такая, знаете, серенькая, присмотритесь к этой маске, потому что эта маска, она добавит румянец на ваше лицо, вы станете такая более розовенькая, более свежая. Она не творит какие-то сверхчудеса, она не сделает, там, как тут написано, да, продление молодости кожи, мгновенное устранение морщин. Ну, у меня нет как бы таких морщин, за которыми я бы хотела сейчас бороться. Но это именно та масочка, которая, она приятна коже, она действительно как-то питает и увлажняет вашу кожу, что она такая, знаете, после нее даже не хочется пользоваться кремом, по большому счету. Здесь также содержится капсула витамина Е, а витамин Е и вот такие всякие кисленькие ягодки, ну, как витамин С, они полезны по большому коже, очень даже полезны коже лица, поэтому присмотритесь вот к этой вот серии от Планета Органик, она стоит очень бюджетно, ее цена, по-моему, варьируется от 130 до 170-160 рублей. Если вы еще не пользуетесь, обязательно попробуйте. Я ее наношу на где-то минут 15, пока я могу, там, допустим, вечером помыть посуду, нанести эту масочку, пойти просто умыться. Я буду такая просто розовенькая, я буду. И кожа после того, как я воспользуюсь этой маской, конечно же, мне не хочется наносить никакого крема. То есть она очень хорошо питает кожу именно вот сейчас зимой, когда, к примеру, не хватает питания. Следующая маска,
маска, которая очень универсальная, которая мне очень понравилась. Это от фирмы «Сибирское здоровье». Она выглядит вот так вот, такая вот обычная пластиковая упаковка, шайбочка. Девочки, пометочка, если вы знаете, где можно прикупить косметику «Сибирское здоровье», на каких сайтах, пожалуйста, напишите ссылку, потому что очень хорошая масочка, я хочу ее продублировать и хотела бы побольше познакомиться с этой маркой, но, к сожалению, я никак не могу найти в интернете, где ее можно просто заказать и купить. Ну так вот, вернемся к этой маске. Эта маска, она питательная крем-маска для лица с норковым маслом. Питает, увлажняет, разглаживает мелкие морщинки и обновляет кожу. Как вы видите, я ей уже очень хорошо воспользовалась, ее тут осталось буквально на несколько применений. И эту маску можно наносить на лицо, на зону декольте, на кожу вокруг глаз и на ручки. Я ее наношу и на кожу вокруг глаз, и на лицо, и на декольте, и на ручки. И мне нравится, как она работает. Она действительно питает, она действительно увлажняет, а также она защищает от УВ-излучения. То есть, когда я пользуюсь кислотами, к примеру, я могу ее с утреца прям нанести эту масочку, спокойно пойти на улицу, я не переживаю о том, что, к примеру, я там покроюсь какими-то пятнами. Очень хорошая масочка, после нее нет ни подкожников, ни высыпания, ни жжения, ни зуда, ни пленки. То есть нет такого ощущения, что вы умылись, а у вас на лице будет пленка. У нее очень приятный аромат, достаточно такой цветочный, какой-то ягодный, ну, приятный на самом деле, и вы когда будете ее наносить, вы тоже почувствуете этот аромат, если вы ее попробуете, она, мне кажется, вам тоже понравится. Ее объем здесь всего 100 мл, и вот я ее активно во всю пользуюсь, и она уже у меня заканчивается, так что мне очень сильно нравится это средство. Также, когда у меня есть высыпания какие-то, либо, и как я уже говорила, у меня была тут не очень приятная ситуация, которая у меня произошла после косметолога, средство, которое мне тоже также помогло, которое мне нравится, и я сейчас им буду пользоваться, это фирма Cleansit C. То есть, если у вас есть какие-то высыпания, вот действительно такие, знаете, противные высыпания, не просто черные точки, это не от черных точек, это именно от высыпаний, которые более гнойные, могу так сказать, наверное, где есть активное воспаление. Вот этот вот гель для наружного применения Cleansit C меня спас, когда у меня были эти кожники, вот, которые, вот, знаете, перегнивали просто прыщички, я просто наносила его на ночь и как бы потихонечку также обрабатывала перекисью водорода, я просто уничтожала все бактерии, которые у меня там были. И я, слава богу, с этим справилась. Поэтому, если у вас есть такая склонность к высыпаниям, присмотритесь к этому гельчику, мне тоже нравится, но вот, по крайней мере, я вот критическую ситуацию спасла. Следующее, это средства, которые я хочу показать, это будут уже кремушки, которыми я пользуюсь именно зимой. Это будет, давайте, наверное, покажу вам вечерний крем, который я показывала не один раз в своем инстаграм, это крем от Avène Истиаль. В общем, это эмульсия, это даже не крем, это эмульсия желтого цвета, которая она идет с ретинолом. Она предназначена для борьбы с первыми морщинами, то есть ее интервал пользования, по-моему, 25+. Ее уже можно пользоваться, наносить. Ретинол, это вообще, как я уже много везде читала, это средство, которое тоже, собственно, позволяет естественному отшелушиванию ненужных, ороговевших каких-то клеток, да, то есть обновлению кожи. У меня вообще с ней противоречивые такое ощущение. Первые разы, когда я начала ее пользоваться, я ощущала реально то, что у меня были забиты с ней поры, с этой эмульсией. Да, напитанность кожи, да, увлажненность, но забитые поры. И я сразу, знаете, так ее очень редко я ее так убрала, поставила, долго думала, что же с ней делать и куда ее девать. Но потом, когда я просто поменяла свой немножко именно ступень ухода, я просто немножко пересмотрела, как у меня был уход, и я стала ей сейчас пользоваться, я могу сказать, девчонки, это действительно то средство на зимний период времени, когда хочется, чтобы было обновление клеток кожи и чтобы было питание. То есть, когда утром вы будете снимать, к примеру, если вы возьмете ватный диск и просто пройдете с лицом по лицу вот ватным диском с мицеллярной водой, вы увидите легкий желтоватый цвет. Это вот как раз от того, что сама эмульсия найдет желтого цвета. Но что она делает с лицом?
После кислот у меня ни разу не было ощущения того, что моей коже не хватает увлажнения и питания. Вот именно благодаря этой эмульсии. Она очень хорошо увлажняет, она очень хорошо питает. И благодаря тому, что я пользуюсь и кислотами, и ретинолом, вот этим вот, отшелушивание клеток, оно проходит намного, знаете, как-то так деликатно, но в то же время я вижу то, что какие-то постакне, они потихонечку-потихонечку уходят. То есть потихоньку я справляюсь с той задачей, которую я для себя поставила и в уходе своей косметики. Я думаю, то, что вот сейчас вот как раз вот девушки, если от 25 и до 30 даже, мне кажется, двух, я думаю, вам это средство поможет. Свыше 32, я не знаю, поможет оно вам или нет. Оно действительно напитывает кожу. Я не знаю, убирает она морщинки или нет, но вот именно тот момент того, что она напитывает и отшелушивает, это точно есть. Вот это у нее не отнять. Мне очень, в принципе, в это понравилось. И если вы хорошо очищаете свою кожу перед нанесением этой эмульсии, я думаю, у вас не получится той ситуации, то, что у вас будут какие-то постакне. Но ее для меня, допустим, нанести на все лицо и дай на часть шеи, мне нужно 3 нажатия. То есть, ну, у меня уже ее осталось совсем немножко, нужно 3 нажатия, потому что 1 нажатия или 2 нажатия не хватает, а 3 это оптимально. Здесь ее 30 мл, стоит она больше 2000, имейте в виду, то есть ее хватает не на очень много. Но я вот ее наношу чисто на вечер, и бывает то, что иногда я наношу не вот это вот средство, а наношу Хисиак мат от Урьяш. Почему я это делаю? Когда я чувствую, что моей коже хватит, вот пока хватит немножко питания, чтобы просто ее не перенасыщать ретинолами и всех, вот именно витамина А, я просто беру обычный крем, который увлажняющий и матирующий от фирмы Хисяк, турьяж, и просто его наношу. Его, конечно, нужно чуть побольше нанести, чтобы именно вечером кожа была такая напитанная после кислот, но, в принципе, очень хорошо. Здесь его 30 мл, и при регулярном использовании мне его хватает где-то, ну, на месяца полтора-два, где-то так. Наболтала уже на 21 минуту, девчонки, извините, если вы досмотрите это видео до конца, вы герои. Ну, так вот, крем, вот этот, лучше его, конечно же, наносить на утро. Вот именно в осенний-зимний период это оптимальное увлажнение, оптимальное матирование, потому что на лето для меня он получается жирноват. А вот сейчас на зиму очень даже, ну видите, как у меня уже полностью закончился, я просто его сложила так. Очень хороший крем, который нет, знаете, вот этого ощущения пленки, он полностью впитывается, кожа как персик. Очень хороший крем, мне очень нравится, и я вам тоже его рекомендую попробовать. Если будет возможность, конечно же, возьмите. Следующий крем, который обязательно всегда наношу, это же, конечно же, тоже Урьяш, но это SPF 30. Обязательно и зимой, и летом, и весной, и осенью SPF должен находиться в косметичке у женщины, выходит за собой, потому что солнце, оно хорошо, но когда его слишком много, оно приводит к старению кожи. Если вы бережете свою кожу, тогда, конечно же, обратитесь на средства с SPF-ами. Но если у вас кожа склонная к высыпаниям, присмотрите SPF-ы именно в аптечных сериях, они не вызывают подкожников, хотя всегда SPF, они подразумевают на то, что кожа будет забитая, так как они такой образуют небольшую пленочку. Небольшая, мне кажется, такая пленочка, возможно, есть, но я его наношу именно оптимально то количество, которое мне нужно, это маленькую горошину на зону лица и декольте, мне этого хватает. Какой-то такой пленки, либо белой пленки его нет, на него замечательно ложится макияж, все здорово, все классно, припудривается, не сильно жирно, не сильно... оптимальный вариант реально на осень, зиму и лето. Я его обязательно повторюсь, он у меня тоже закончился. И я уже говорила в своем инстаграме о том, что я просто помешалась на том, что я хочу средства какие-то с улиткой. И в магазине я нашла вот такую вот косметику фирмы Шарей. Я взяла себе сыворотку. Я вообще думала, что это какая-то такая, знаете, жидкая сыворотка, потому что у меня как-то до этого где-то в каком-то тоже пробничке у меня была сыворотка именно такая жидкая-жидкая. А здесь это абсолютно простая такая, знаете, сыворотка, она выглядит обычным кремушком. Таким вот белым-белым кремушком. Я его наношу сейчас, у меня, так как у меня закончился Хисяк мат, я сейчас каждое утро использую именно вот эту. Я почему все перенесла вот сюда, потому что мне вот так вот удобнее, нежели из каждой сашетки добавлять и чего-то выливать. Я просто взяла вот это все содержимое, перелила сюда.
Тоже, кстати, классное средство, могу вам порекомендовать вот эти вот штучки с улиткой. Мне нравится, не забивает поры, нет ощущения жирности. Единственное, что вот присутствует, и тут, в принципе, тоже производитель пишет о том, что здесь содержится масло. И, по-моему, масло какое-то подсолнечника. У меня уже, я его куда-то оторвала. По-моему, масло подсолнечника содержится. И вот эта вот чуть-чуть жирность присутствует, поэтому нужно прям немножечко его нанести. Но сейчас, пока у меня закончился Хисиак мат, я вовсю сейчас пользуюсь вот этим. Так что вот так вот, девочки. И, в принципе, результат от моего ухода меня на данный момент устраивает. Думаю, то, что вот эти кислоты как раз допользуюсь этой зимой и буду заказывать либо сейчас новое, либо уже на будущую зиму. Ну вот, девочки, рассказала вам все, что хотела рассказать, показала все, что хотела показать. Простите за длинное видео, но тема такая очень достаточно щепетильная касаемо ухода за лицом. Если, конечно же, вам понравилось, поддержите меня пальчиком вверх. Если вам понравилось побыть со мной, конечно же, не забывайте на меня подписаться, если вы еще не подписаны. Не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, там я вас тоже всегда рада видеть. Берегите себя и своих близких. А с вами была ваша Ира, люблю и целую вас. Всем пока-пока!